Добрый день! Сегодня хотел поговорить с вами о шине Nokia Hakkagreen 2. Nokia – это финский производитель, который в 2005 году открыл на территории Российской Федерации свой завод. Завод этот находится в городе Всеволожск. Около 70% от объема производства экспортируется в 44 страны мира. Nokia Hakkagreen 2 относят к классу зеленых шин за счет экологически чистого состава резины. В шине Nokia Hakkagreen 2 используется инновационная форма протектора, которая помогает проезжать сложные участки дороги, благодаря чему сохраняется контроль и управление машины. Также в шине Hakkagreen 2 используется технология Coanda. Блоки протектора имеют изогнутые стенки, благодаря чему они эффективно выводят воду с пятна контакта, что позволяет вам чувствовать себя в безопасности на мокрой дороге. Благодаря инновационному составу резиновой смеси и рисунку протектора, шину относят к наивысшему классу экономичности расхода топлива по европейским стандартам. Именно поэтому вы экономите свои деньги. Резина в движении довольно тихая, всего 67 дБ. В шине используется стальной брекер, состоящий из стальной проволоки с латунным спецпокрытием, который смягчает ударную нагрузку на шину, вследствие чего повышается безопасность в экстремальных ситуациях. Выбирайте шины правильно и удачи на дорогах!